Пятничное утро Сергей Пахомов начал со встречи с представителями разных партий. Из 35 зарегистрированных пришли активисты только 12. За круглым столом политики обсуждали возможность конструктивного взаимодействия. Спикер областной думы призвал объединиться в специальную структуру, на заседании которой будут проходить жаркие дискуссии по актуальным политическим и социальным вопросам. Партийцы предложили назвать объединение координационным советом и встречаться раз в 2 месяца. Будут привлечены в совет и представители парламентских партий. Сергей Пахомов уверен, что разные политические силы смогут договориться. С любой конструктивной силой мы в Ивановской областной думе, с конструктивно настроенной силой, мы, конечно, общий язык найдем. Более того, я вам скажу, что у нас есть уже примеры конструктивной работы с так называемыми оппозиционными партиями по различным направлениям.